Привет, друзья! Это опять Зверько и краткий обзор на навык Дигги. Ну, а вдруг кто-то еще не в курсе? Первый навык. Дигги кидает бомбу с большим радиусом действия и таймером в 2 секунды. По прошествии 2 секунд бомба наносит максимальный урон и оглушает. Можно активировать раньше, пожертвовав уроном и лишь замедлив врагов. Можно посвечивать ей кусты. Второй навык. Дигги, как это ни странно, выстреливает ловушкой времени в противника, нанося, внимание, 10 урона. Спустя 3 секунды цель возвращается на место, где была настигнута выстрелом. Цель получает замедление и 150 урона. И это был бы топ навык, если не продолжение. Если цель отдаляется от центра дальше светящегося круга, она немедленно возвращается в центр и может опять убежать. Надеюсь, этот навык улучшит к выходу героя. Ульта. Дигги активирует защитный купол, который дает союзникам 5-секундный щит и игнорирование контроля на 2,5 секунды. Самое необычное. Пассивка. Вместо отправления на базу при смерти, Дигги остается в строю, становится неуязвим и может наносить противникам микроурон, сбивая регенерацию или возврат домой. Может разведывать территорию, светить кусты и просто бесить противника. Кстати, некоторые предметы продолжают свою работу, когда Дигги в форме яйца, но это уже для гайда. Держите пока геймплей Дигги со скином почтальон голубиной почты, или как-то так. Стоит Дигги будет 24 тысячи БО или 499 кри в первую неделю скидка. Ну, всем пока!